первую половину как-то расслабленно. Мы хорошо забивали, много забили, но очень плохо защищались. Конечно, забивали тяжелые броски, и за счет наших потерь еще они имели легкие атаки. Но в итоге мы собрались во второй половине и дали всего забить, по-моему, 19 очков за две четверти. Я думаю, что нам надо всегда так играть. Было ли там необычным вот это вот давление, которое как раз под кольцом бельгийцы оказывали? Да нет, как и первую игру, когда мы играли в Нижнем Новгороде, они также играли. Мы тоже с этим тоже не справлялись. Но мы сделали. Они уже устали и уже начали меньше это забивать, а мы начали бежать, и за счет этого мы выиграли. Ты был в раздевалке, как себя чувствует Сергей, что у него, как он там? Нормально все у него. Мы наложили пару швов, и я думаю, что в следующую игру он будет играть. В первой половине мы не посыпались, нам не хватало концентрации в защите чуть-чуть, и мы не дотерпливали, так скажем. А во второй половине вышли, начали терпеть, и стало получаться лучше в защите, оттуда и пошли быстрые очков набрали, и нападение пошло, и уверенность появилась. Мы просто терпели всю игру, и все. Много потерь, гораздо больше, чем у соперника. В чем причина? Это, как ты сказал, расконцентрация или просто соперник действительно очень так хорошо в защите отрабатывал? Ну, мы забили сколько? 86 очков. Я не сказал, что в первой половине, я больше скажу, наверное, что мы сами отдавали эти мячи. Опять же, недостаток концентрации, глупые потери какие-то и все. Вот отсюда и результат. 10 потерь, по-моему, за первую половину у нас было, и игра была равная. Убрать там из этих 10 7 ненужных потерь, это там, уже там 10 очков. Вот и думаете, сами виноваты, дотянули до такой концовки. Ну ничего, стерпели. Хороший подарок Андрею Зубкову на день рождения получился. Ну, он доволен, самое главное, да. Днем рождения, братуха.